господа граждане, товарищи, подходите, покупайте. Жвачка свежая, только что над пляжем летала. Вот, триглисперин, вчера пробовал, до сих пор живой. Добрый вечер, дамы и господа. В эфире очередной выпуск «Джентльмен-шоу». Дело в том, что сегодня рынок, все торгуют. Вот и я подумал, в конце концов, Одесса, Приморский бульвар, такое бойкое место, почему бы и мне не попробовать? Тем более, что я все равно уже здесь стою. Жвачка, подходите, покупайте. Что-то никто не подходит. Ну ладно, вы пока смотрите «Джентльмен-шоу», а я подожду покупателей. Жвачка, ну давай, подходите. А вот интересно, джентльмены, чем сейчас могут быть заняты бывшие кандидаты на пост президента России? Власов, Шакум, Брынцалов. Ну, я думаю, сэр, сейчас они готовятся к выборам президента Соединенных Штатов Америки. Простите, сэр, но какие у них основания претендовать на пост президента Америки? Ну как, такие же, как на пост президента России. Пикантная информация, джентльмены. Президент Калмыкии, а заодно и Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов, недавно сказал, что парламент его республики собирается ввести многоженство. И в этой связи решает очень важную проблему. Сколько жен может быть у рядового калмыка? А я вообще не понимаю, сэр, зачем человеку много жен? Ну как, одна жена варит, другая стирает, третья за детьми смотрит. А с любимой женой, значит? Нет, с любимой женой в Калмыкии теперь играют в шахматы. В последнее время у нас появляется все больше магазинов с европейским уровнем сервиса. В этих магазинах вас вежливо встретят, помогут сделать правильный выбор. Более того, при покупке нужного вам товара вы сможете проверить его в работе или, как говорят в народе, попробовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? А вот мне сказали, что тут у вас в магазине все есть так... Для дома, это вот для семьи. Конечно, конечно, все, что вашей душе угодно. Пожалуйста. А мне еще сказали, что перед тем, как купить, вот это вот все можно попробовать. Конечно. А что вас конкретно интересует? А меня интересует... О! Вот меня машинки стиральные интересуют. Очень хорошо. И что, можно попробовать? Ну, конечно, пожалуйста. Маня! Маня! Заходи, Маня. Ты двояка машинка стиральная, а? Это ж песня, пробуй давай. Простите, вы что, это все собираетесь здесь? Конечно, вещь дорогая, попробовать же надо. О, иди сюда. Да. Это что у тебя? Это печка волномикровая. В каком-то смысле микроволновая. Ага. Микровейв называется. О, Маня, курицу давай. Это микровейв пробовать будем. Иди отсюда, что ты стоишь, у тебя же белье стирается. О, у тебя и вентилятор есть. А давай его попробуем, что же он не работает. Да? Не работает, что ли? Работает. О, действительно работает. Слушай, нравится мне тут у тебя. Но я рад. Ага. Так, ну пока Жинка по хозяйству хлопочет, я тут у тебя телевизор посмотрю. Извини, попробуй телевизор. О, попробуй. Маня, пивка в холодильник поставь. Простите, вы что, телевизор, холодильник собираетесь пробовать? Ага, что вы пробуете, что, холодильник, что ли, не видел? Ты знаешь, жарко, пивка холодного попить хочется. Простите, вам не кажется, что вы мусорите? Правильно? А у тебя в магазине этот пылесос есть? Есть. Ну, покажи, как он работает. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, нам сказали, у вас кровать хорошая продается. Вы хотите купить? Ну, для начала попробовать. Ага. Спасибо. Я работаю перевозчиком. И в моей работе с ГАИ очень важно, чтобы дыхание всегда было свежим. Поэтому чеснок всегда со мной. Капитан Сидоров, дыхните. Чеснок. Изобилие аромата всего в двух дольках. One moment, please.
Жвачка, жвачка, осталась всего одна пачка. Подходите, покупайте. О, вы что, думали, у меня одну пачку купили? Как бы не так. Пришел рэкет, забрал половину товара, а покупателей так и не появилось. Видать, ассортимент слабый. О, говорят, летом лучше всего идут прохладительные напитки. Гражданин, я ж вижу, вас мучает жажда. Подходите, купите прохладительный напиток Юпи. Что значит, как его принимать? Проглотите порошочек. Здесь за углом есть краник с водичкой. Подойдете, запьете. Гражданин, куда вы побежали? Мы же с вами уже практически договорились. Ой, ладно, вы смотрите джентльмен-шоу, а я попытаюсь его догнать. Гражданин, Юпи, порошочек. One moment, please. Передача «Джентльмен-шоу». Что ты говоришь? Да. Я тебя не узнал. Серьезно. Ян, какой-нибудь анекдот, если можно, любимый. Ну, у меня любимый анекдот – это ты, я когда включаю телевизор. Самый любимый анекдот. Это теперь одесский анекдот. Я не знаю, он тоже связан с Одессой, поэтому я вдруг его так вспомнил. Значит, скрипачу одесскому подходит, смотрит так на руку, так говорит: «Ой, я вам вижу, вот две вещи. Ой, одна хорошая, другая не очень. Какую рассказать первую?» Он говорит: «Ну, начните с хорошей». Он говорит: «Вы знаете, он скрипач тот. Говорит: вы знаете, вы попадаете в рай, вы дирижируете симфоническим оркестром. Знаешь, да, это не говорю? И вы точно не знаете? Ну, точно. Да. И у вас, значит, сидит там Ойстрах, где-то там... Гиллерс. Гиллерс, пусть будет. Там сзади этот... как они, Ельцин. Виртуозом, нет, Ельцин, нет. Виртуозом Москвы, ну, в общем, всех перечислил. И вы дирижер, он говорит: «Ой, такое счастье, я так хотел дирижировать таким оркестром, правда, и там все, я, да». Он говорит: «А второе какое?» Он говорит: «А второе не очень хорошее, это, говорит, генеральная репетиция завтра в 10». Расскажите, пожалуйста, ваш любимый анекдот. Не десятку же, да? Ну, конечно. Любимый не знаю, но просто услышал в последнее время. Это как, значит, семейная пара посещает Пизу, и муж говорит: «Ты посмотри, какая-то пизанская башня кривая». Она говорит: «Моня, кто бы говорил». Да, а второй плоский, ну, что-то гастролируя по стране, он мне все время приходит в голову. Это про то, как два алкаша наших соотечественников утром просыпаются вот в таком бодуне, и один из них пытается достать соленый огурец из огромной этой нашей банки. Рука дрожит, вилка, естественно, соскальзывает с огурца, он его никак зацепить не может. Тогда второй алкаш решительно отодвигает его руку, говорит: «Подожди, сейчас я». И сходу протыкает этот огурец и говорит его: «Вот, на». Нашего первого алкаша ему говорит: One moment, please. Мы уже не раз знакомили вас в нашей передаче с новинками бытовой техники. Говорящим холодильником, радиоуправляемым пылесосом, электронной свахой. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию еще одну новинку. Говорящий замок, причем с секретом. Там, черт побери, эти замочные скважины какие-то. Замочная скважина чуть выше. Что это? Кто это? Это я, говорящий замок, ваш надежный помощник при открывании двери. О, блин, нифига себе. На вашем ключе не хватает двух зубчиков с правой стороны. Спасибо, брат. Так. Делайте два оборота влево, влево. Один направо. Правда? Придумали. Теперь еще немножечко влево. Влево. Так. Я открылся. Входите. Вы вошли? Вошел. Возьмите у стены перевязанный пакет. В нем самое ценное. Быстрее уходите. Хозяин будет через 2 минуты. Ну, спасибо, брат.
Ну что, все в порядке? Все в порядке. Мусор вынесли. Молодец. One moment, please. Как известно, президентские выборы в России стали уже достоянием истории. Новый, а точнее старый российский президент на них заслуженно победил. Но нашим телезрителям, наверное, будет интересно узнать о еще одном историческом событии. Своего лидера решили выбрать и в уже знакомой нам по прежним выпускам джентльмен-шоу одесской коммунальной квартире. Причем там, в отличие от России, выборы еще в самом разгаре. Софья Петровна, ну что это за политичность, я прямо не знаю. Я вам сколько раз уже говорил, что это урна для бюллетеней, а не для мусора. Черт знает, что такое. О, еще один избиратель. А, здравствуйте. Здравствуйте. Джентльмен-шоу. Знаю, проходите, пожалуйста. Семен Маркович, я вижу, выборы у вас идут полным ходом. Да. Вот к этой минуте у нас уже проголосовали Балканы, Балконы, кладовка и антресоли. В общем, практически все наши окраины. И все-таки, Семен Маркович, наших телезрителей интересуют подробности. Ну что ж, скажу прямо, голосование у нас происходило непросто. К тому же в первом туре было очень много кандидатов. Простите, много это сколько? Ну что значит сколько? Все жильцы! Да? Ну и как разделились голоса? Поровну. Каждый набрал по одному голосу. Простите, но кто же в таком случае вышел во второй тур? Я. Вы? Каким образом? А вы не догадываетесь? Нет. Я проголосовал за себя два раза. О, Петрович, ты идешь на выборы? Не, Маркович, не иду. Почему? А потому что ползу. Послушай, Петрович, ну в таком виде, может, не надо, а? Интересный какой, Маркович. Надо. Мой голос может оказаться решающим. Вот это сознательность. Петрович, тебе не сюда, тебе сюда. Одним словом, Петрович. Да, интересно. Скажите, Семен Маркович, а вот где у вас еще голосуют? Ну что значит где? Где людям удобно? Вот, например, в ванной у нас тоже избирательный участок. Кстати говоря, там как раз сейчас Симочка голосует. А это кто? Ну как это кто? Это наблюдатель от коммунистов. Скажите, Семен Маркович, а какой-нибудь эстрадный тур в вашу поддержку, ну типа «Голосуй или проиграешь», организован? Конечно. Звезды коммуналки в поддержку Семен Маркович. Вот по всем квартирам ходят, смотрите, пожалуйста. И что, эти выступления дали какой-то результат? А как же? Просто всех жильцов предупредили, что если они проголосуют против, то эти звезды повторят свой тур еще раз, но уже ночью. Маркович, еще одного избирателя привела. Явно из вашего электората. Большое спасибо, Симочка, очень приятно. И он что, тоже здесь живет? Иногда. Простите, но мне кажется, что этого недостаточно для того, чтобы иметь право голосовать. У меня открепительное удостоверение из Зимбабве. Иди голосуй, дорогой. Иди, это проиграешь. Скажите, Семен Маркович, а как у вас обстоят дела с пресловутым красным поясом? О, этот вопрос не ко мне, это к Симе. Красный пояс? Мальчики, если еще с черными чулками, это очень эротично. Ой, фу, Сима. Ну, Семен Маркович, в вашей победе я уже не сомневаюсь. Подождите. У нас нет еще информации из кухни. И тем не менее, насколько я знаю, сразу после выборов должно быть сформировано новое правительство. Правильно. И в этой связи такой острый вопрос.
Собираетесь ли вы в дальнейшем сотрудничать с теми, кто голосовал против вас? Я вам так скажу. Не надо делить наших жильцов на чистых и нечистых. Тем более, что в нашей квартире уже второй месяц нет воды. И все-таки, Семен Маркович, не могли бы вы назвать хотя бы одну вероятную кандидатуру в свое правительство? Почему нет? Пожалуйста. Вот наши силовики. Между прочим, оба кандидаты на пост министра обороны. Да, а что это они тащат? А что, разве не понятно? Компромат друг на друга. И у кого больше шансов? Ой, ой, вы такой непонятливый. Кто первый принесет, тот и будет министром. О, Петрович! Петрович, ты откуда? Как это, Маркович, с твоей конфигурации? Чего? Ну, с этой, с инаугурации. А, с инаугурации? Ну, а я как сказал. Так подожди, у меня она только через месяц должна быть. Эх, Маркович, у нас в народе инаугурация, это ж как свадьба. Месяц гулять будем. Инаугурация и грозью душистая. Как известно, сегодня немало граждан России оказалось вдали от родины. Существует мнение, что государство о них забыло. Так ли это на самом деле? Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, мы решили встретиться с, казалось бы, самым забытым, самым заброшенным россиянином. Мы находимся на необитаемом острове и беседуем с его единственным обитателем Петром Степановичем Зыковым. Петр Степанович! Петр Степанович! О, Петр Степанович! Вы здесь? Это вы меня звали? А что, здесь еще кто-нибудь есть? Конечно, вон попугай. Понятно. А Петр Степанович, я хотел у вас Извините, узнать... Извините, пожалуйста. Скажите, у вас случайно с собой кусочка сыра нету, а? Ну, есть, честно говоря, жена с собой завернула в дорогу. Дать вам, да? Будьте так добренькие. Ага. Ой. Ой, когда же я его последний раз-то видел? Ну, приятного аппетита. Ага. Петр Степанович, как вам здесь, на необитаемом острове? Ну, терпимо. Мы, россияне, ко всему привычные. Ну. А родина, наверное, вас забыла, да? Да нет, что вы. Ровно месяц назад меня и нашли. Ну, у меня, знаете, самый сложный период был. Да, вода кончилась, продукты давно кончились. А тут обо мне родина и вспомнила. Ага. Наверное, продукты прислали, воду, да? Нет. Аккурат 3 июля прямо с вертолету мне урну для голосования сбросили. Не понял. Да что тут непонятного? Вот тут она, моя родимая. Вот. Родина слышит, родина знает, где в островах ее сын обитает, где обитает, где обитает сыночек. Hello, друзья, с вами вновь Олег Филимонов, а значит, в эфире наша новая лучшая десятка анекдотов. На 10-м месте сотрудник Центра избиркома с анекдотом. Подходит как-то Мюллер к Штирлицу и говорит: Штирлиц, дружище, чего это вы не пришли на выборы? Мы же специально для русских разведчиков в рейхсканцелярии избирательный участок организовали. Да понимаете, группенфюрер, я решил, раз лишний выходной, я лучше на дачу поеду. Ну, Штирлиц, я от вас этого не ожидал. А что делать, группенфюрер? Москва уже 3-й месяц зарплату задерживает, так что меня теперь только огороды кормит. На 9-м месте старуха Шапокляк с анекдотом. Подходит как-то пятачок к Винни-Пуху и говорит: слушай, Винни, а ты когда на пляже подгоришь, чем мажешься? Я сметаной. А мне чем посоветуешь? Ну, тебе, пятачок, лучше майонезом намазаться. Это что, надежнее? Да нет, пятачок, вкуснее. На 8-м месте представитель крупного бизнеса с анекдотом. Встречаются как-то двое новых русских, один другому и говорит: знаешь, друг, у меня такая выгодная сделка наклевывается. Буду себе Пизанскую башню покупать. Нафига она тебе? Она ж падает. О, в том-то все и дело. Значит, можно говорить, чтоб цену сбросили.
На 7-м месте воспитательница детского сада. С анекдотом о том, что, насмотревшись рекламы по телевизору, она наконец-то поняла, что Илья Муромец на самом деле слез с печи через 30 лет и 3 года не потому, что силушку богатырскую ощутил, а потому, что у него памперсы закончились. На 6-м месте врач-нарколог с анекдотом. Встречает как-то один токсикоман другого и говорит: «Слышишь, кореш, прикинь, моя соседка жалуется. Говорит, каждый день тараканов дихлофосом поливает, пшшш, а они не уходят». И правильно, если б тебя каждый день дихлофосом поливали, ты б шо, ушел? На 5-м месте история гражданской войны с анекдотом. Прочла как-то Анка газету «Спид-инфо» и говорит Василий Иванович: «Значит так, Василий Иванович, я решила, теперь если секс, то только безопасно». «Ну тогда, Анка, тебе надо сразу к генералу Лебедю идти». «Это чего, Василий Иванович? Я ж тебя люблю». «Вот ты, Анка, непонятлива. Любить меня будешь, а за безопасность у нас теперь генерал Лебедь отвечает». На 4-м месте ученый-этнограф с анекдотом. Встречаются как-то два жителя Крайнего Севера, а один другому и говорит: «Слыхал, однако, к нам из Москвы грамота пришла». «А? Ага. Это мы, когда президента выбирали, за час все проголосовали». «А чего так быстро, однако? Что, на охоту торопились?» «Да нет! Боялись, однако, что щель в избирательной урне замерзнет». На 3-м месте врач-сексопатолог с анекдотом. Встречаются как-то два представителя сексуальных меньшинств, и один другому говорит: «Знаешь, милый, мы с тобой уже целый месяц встречаемся. Почему ты на мне до сих пор не женишься?» «Да ты понимаешь, моя мама против». «Что? Категорически?» «Да нет, просто она человек старого закала и говорит, что в ее время, прежде чем создавать семью, нужно было с парнем хотя бы год встречаться». На 2-м месте рекламный агент телевидения с анекдотом. Говорит как-то Брежнев Черненке: «Слушай, Костя, ты не знаешь, что это по телевидению? Вот этот вот Танакан рекламирует. Лично мне он совершенно не помогает». «А чего вы так решили, Леонид Ильич?» «Ну-ка, я его уже целый год принимаю, а на саксофоне играть так и не научился». Ну и кто же на 1-м месте? На этот раз это популярный украинский народный анекдот, лидер нашей новой десятки. Итак, представьте себе, вечер, муж неожиданно возвращается домой. Ваня, як же це ти, Ваня? Я же тут кабанчика колю, а ти ото, оце, отето. Ой, Петро, це ти. Ой, Петро, а це ж хто? Диви я. Что, не видно, да? Ой, Петро, извиняй, перепутала. Я такая задурка, да, такая задурка. Да. Ой, Петро. One moment, please. Ну что ж, дорогие телезрители, наша передача подходит к концу, а у меня так до сих пор ничего и не купили. В чем же дело? Вроде место отличное, товар солидный. Не говоря уже о продавце. А, понял. Время для торговли выбрано неудачное. Все покупатели смотрят джентльмен-шоу. Ну ничего, слава богу, передача закончилась. Сейчас набегу. До новых встреч. Граждане, не толпитесь. Всем хватит, все.
Не толпитесь, граждане.